хоть на 5 минут, потом его тут же сожгли и все опять, блядь, в спячку от этого мудацкого фильма. Ну, Шварц на самом деле это краеугольный камень в том плане, то, что, может быть, его лучше было бы и убрать, и заменить, может, ну, как-то оцифровать правильно, может быть, заменить на какого-то нового молодого качка. Лучше бы, блядь, они Джея Кортни поставили на роль вместо, блядь, Кайла Риза, на которого он вообще не похож. Ну, типа, он протеиновый качок, который вообще не похож на солдата, который жрал крыс, как сам, типа, Риз рассказывает в первой части.